Ну, мои самые большие планы, самая заветная мечта – это еще раз, если позволит и здоровье, и, так сказать, мои способности, деловые качества, и не раз побывать в космическом пространстве, слетать туда, посмотреть побольше, слетать на другие планеты. Но я, конечно, понимаю, что до тех пор, пока мои друзья туда не слетают, меня не пустят. Но когда подойдет моя очередь, очевидно, я с большим удовольствием слетаю еще раз. Но для этого пока, чтобы не тратить время, вот я стараюсь побольше узнать, приобрести побольше знаний, чтобы потом все это как можно лучше и полнее использовать в будущих полетах. Юрий Алексеевич, вначале я вас поздравил от своего имени, но я думаю, что я допустил ошибку, потому что к моему поздравлению, конечно, присоединятся все телезрители, которые вас сейчас видят. Так что позвольте мне в заключение еще раз сердечно поздравить вас от имени всех телезрителей, которые вас сейчас видят. Большое спасибо, Василий Васильевич. Позвольте мне поблагодарить вас лично и всех телезрителей, от имени которых вы меня поздравили, за внимание и за поздравления, и за пожелания. Большое спасибо.